По мнению специалистов, команда из Молодечья наряду с Волной является одним из фаворитов турнира. Воскресный поединок проходил в условиях жаркой погоды. Может быть, поэтому поначалу соперники очень осторожничали. Лишь в середине первого тайма заметно активизировались пинчане. В течение 3 минут они создали 3 опасных момента. Сначала Сергей Володько, замыкая прострел Ильи Ноздрина-Плотницкого, пробил рядом со штангой. Спустя минуту Виталий Рушницкий, перебрасывая голкипера хозяев, отправил мяч выше перекладины. Еще один шанс открыть счет форвард упустил уже в следующей атаке. Получив мяч прямо напротив ворот, он с линии вратарской площади не попал в створ. И все же за минуту до перерыва Волна добилась своего. Все тот же Сергей Володько от центральной линии выдал пас на ход Виталию Рушницкому, который, пробившись к штрафной площади, метким ударом поразил правый верхний угол. Во втором тайме счет матча не изменился. После этой победы Волна возглавила турнирную таблицу чемпионата. И свою следующую игру пинчане проведут 22 мая на своем поле против команды Осиповичей.